Самодельная тачка, незаменимая вещь для вывоза мусора, сделана была, наверное, лет минимум 40 тому назад моим отцом. Тогда этих тачек не продавались в магазинах хозяйственных, а у многих были дачи. И вот он эту тачку сам сделал. Она, кстати, очень удобная. Наварено, посмотрите, две стойки для того, чтобы она сохраняла равновесие. И очень удобно, что одно колесо, а не два. Потому что когда вы перевозите, и у вас два колеса, приходится два раза сопротивление больше усилий прилагать, потому что две колеи нужно делать. И тут одно колесо. Это колесо было от лодок. Знаете, раньше было множество лодок, надо было как-то их перевозить. И к лодкам приделывались вот такие колеса. И можно было тогда уже эту лодку цеплять к машине и перевозить эту лодку до места назначения. Как прицеп. И вот такое колесо. Ну, подкрасили красным. Это я покупаю баллончики с краской и подкрашиваю в синий цвет, оно у меня оставалось, а можно хоть в какой. Очень удобная вещь для перевозки мусора, каких-то предметов. Посмотрите с этой стороны. Колесо здесь очень толстое, хорошее. Очень удобная тачка. Самодельная. И уже 40 лет, и сноса нету. И она не проржавела. Ничего с ней не происходит. Очень удобная вещь. Всем пока.